Вот такие вот у нас дороги. Ну, понимаете, да, что более-менее безопасно передвигаться по этой дороге на автомобиле. Для автомобиля я имею в виду, чтобы не страдала подвеска. Скорость должна быть около 35, ну, может быть, 40 км в час. Мы же едем там 80-90, и, ну, это уже много, реально. Ну, потому что я не могу себе позволить целый день выделить на дорогу в Николаево и обратно, понимаете, да? Поэтому, ну, болото тут ни при чем, подшипники завыли, и, ну, это нормально, потому что машина уже прошла 110 тысяч километров по нашим убитым украинским дорогам. Но это просто кошмар какой-то. Ну что еще хочу добавить, ребята? Ловите лайфхак от Скимана. В общем, если вы хотите ехать в машине, записывать какое-то видео, при этом, чтобы фоном была какая-то музыка и YouTube не ругался, что вы нарушаете авторские права, то все делается очень просто. Скачиваем с медиатеки бесплатно YouTube музычку и, пожалуйста, включаем ее у себя в автомобиле. YouTube уже не ругается. Хорошо выйдет. Что еще было, так вот эта вот штанга в носу протезакисла была и застряла в одном положении. Тоже печаль, беда, но не критично, уже починили, пыльник поменяли. Пыльник, кстати, у себя бы я в городе не нашел, если в гараже ремонтировал, и было бы печалька. Ну и сразу пробежали с монтировочкой вокруг машины и передней. Вернее, задний сайлентблок на передней левой оси. Вот так вот, да? Это видно, да. Ну что, народ, едем мы домой. В общем, просили рассказать по ценам. По СТО давайте сначала. В общем, поменяли мы подшипник задней ступицы. Поменяли мы пыльничек на суппорте тормозном. То есть там вот одна штанга полностью закоксовалась там. Пришлось ее разогревать. Вытаскивать, смазали смазочкой специальной, одели пыльничек и все нормально. И прошлись уже монтировочкой по кругу, переднее левое колесо, задний сайлентблок, ближний ко мне.
горизонтальный поменяли тоже. Потому как, ну он такой, он не сильно мертвый, но такой, подуставший был. Я такие вещи не люблю на машине, поэтому мы его сразу поменяли. На все про все вместе с развал схождением ушло 3 часа ровно. Это по времени, то есть понимаете, да? Что сам бы я в гараже потратил на это, ну, наверное, день до вечера. Потому как выпрессовывать в гараже, если у вас нет нормального, чем выпрессовать, да, нормального винограда, то это нереально. Сайлентблок выпрессовать было бы вообще печально, потому как там давление, наверное, тонн 5-6, он, ну, если не 8. Он стрелял так лихо, когда его выпрессовывали. В общем, дальше по ценам. За все про все заплатил я все про все 3093 гривны. Ну, давайте, в принципе, вот так вот вам покажу. Вот так вот, кому интересно, нажимайте на паузу, все это читабельно. Ну и вот конечная сумма. 3093 гривны. Ну, как видите, в акте выполненных работ отсутствует стоимость за развал схождения. Почему? Потому что сделал парень развал схождения. Я сел проверить, спица руля криво, ну то есть неровно стоит спица руля. Я приехал, вернулся, он что-то там покрутил, я опять выехал. В общем, он покрутил не в ту сторону, спица руля еще сильнее начала в сторону. Опять я вернулся, заехал опять, говорю, ты еще хуже сделал, чем было. Говорю, верни назад. В общем, спица руля сейчас ровно стоит, но машину немножко тянет влево. Я не знаю. Вот так вот видите, да? Вот, тянет влево. Вот ставлю машину ровно, и ее тянет влево. То есть как ни крути, ее слегонца тянет влево. Переезжаю на эту сторону, бросаю руль. Тоже, видите, потихоньку-потихоньку стягивает влево. То есть, в общем, ребята аргументировали тем, что у них компьютер бывает, подглюкивает, как бы, ну и сказали, что денег мы с тебя не возьмем, но извини, компьютер у нас глючит, поэтому сделай развал схождения где-то в другом месте, потому что ну тянет, ну что мы сделаем, вот так вот. Я говорю, ну может исправить, он говорит, нет, если он глючит, то короче, то он глючит уже. По Вианору, заехали мы на Вианор переобуться, вот там у меня 4 летних ската. Я говорю, давайте, ребята, переобуем машинку на летнюю резину, ну и проверим диски заодно. То вышел менеджер Ритрусик, ну мы уже с ребятами знакомы там со всеми. Ритрусик, не спеши, потому что, ну, в Москве сейчас снежок валит такой активный, а как правило через день-два у нас та же погода. Ну, у нас в прошлом году было такое, что после 8 марта тут замело, там метра два бульдозерами раскапывали дороги. То, говорит, не спеши переобуваться на летнюю резину, потому что может все это кончиться не очень хорошо. Поэтому мы сняли все 4 колеса, просто проверили их на аппарате для балансировки. Этом. Все четенько, все ровненько, то есть где я попадал в ямы, никаких заминов, вмятин, ничего нет. Диски ровные, поэтому я проверил все 4 колеса, все замечательно. Поставили их на место и едем домой. Кстати, по ценам, на Вианоре 4 колеса переобуть, 18-х моих, стоит 400 гривен. У нас, в Южноукраинске, это стоит 160 гривен. Разницу почувствуйте. Вот так вот. Но, что хочу сказать, что у нас в Южноукраинске, я же вчера видео делал, если кому интересно, вот в уголочке оно будет. Я приехал на один шиномонтаж, говорю, ребята, диски равняете, смотрю, у вас, ну, есть станочек такой же, как на Вианоре, который равняет. Да, равняем. Говорю, ну, а как равняете? Сейчас мы вам прокатаем. Понимаете, да? Легкосплавные диски мне предложил товарищ на шиномонтажке прокатать. Я взялся за голову, говорю, нет, дружище, я поехал. Да что вы, да мы прокатаем сейчас быстренько. Ну, понимаете, да, если на вальсах прокатать диск, ну, это будет уже все. Это уже будет не диск. Поэтому я уехал. Поехал на второй шиномонтаж, там тоже купили, вот Санька мне посоветовал, говорит, там тоже купили этот станочек нормальный, поэтому Русик, езжай, говорит, там тоже делают. Ну, в общем, я поехал на второй шиномонтаж, захожу, у них там легкосплавный диск как раз на станке,
они его, гидравлика, вытягивают, и кувалдой такой резиновой, ну я не знаю, как 6 кулаков мы, то есть кувалда такая резина, он гатит по диску в натянутом состоянии. Когда гидравлика его тянет, он по нему прям, ну, так солидно бьет. Ну, сами понимаете, что это ненормально. В общем, диски мы проверили, диски у меня нормальные, диски ровные, поэтому менять резину буду уже, ну, посмотрим. Потому что пацаны, ну, это их работа, да, я за этим, как его там, прогноз погоды не слежу, они следят за прогнозом погоды, говорят, Русик, что-то мое будет, поэтому не спеши переобуваться. Так что, ребята, ну, спасибо за предупреждение, могли, говорит, нам проще, с тебя взять денег, переобуть тебя и все, и езжай, братан. Но, говорят, ты у нас уже свой, не чужой нам человек, поэтому, говорит, не спеши, потому что, ну, должен быть еще снег, должен быть еще конкретный снегопад, поэтому не стоит. Так что спасибо, пацаны, надеюсь, что так правильное решение я принял. Ну вот, в принципе, все. По магазинам, ребята, нема ни в одном магазине в Николаеве камеры. То есть и в сити-центре, ну, вообще нигде нема. Вот везде, где есть вот эти супермаркеты электроники, ни одной камеры нету. То ли им невыгодно их покупать, то ли что, в общем, соответственно, ни в одном магазине камеры нету, так что и искать их там бесполезно. То есть все сейчас в интернете, вот так вот. В принципе, все, едем домой. День прошел, в принципе, я считаю, нормально. У нас дождик, поэтому мы потихонечку себе включаем музычку с YouTube и погнали. Та самая легендарная заправка Сакарна, которой ребята торгуют зимой летней солярой. Заправочка находится в городе Новая Одесса. На самом деле здесь 3 заправки, 2 чуть-чуть выше туда, за городом, а вот одна в городе Новая Одесса. Ну, не подумайте, я не заправляться приехал, я приехал сюда. Ну, это теперь для меня это не заправка. Сакар — это теперь бесплатная сеть туалетов по всей Украине. Пойдемте сходим. Ну вот теперь с чувством выполненного долга можно ехать с облегчением. Да, спасибо. Если, ребята, кому интересно, вот как эти ребята дурят людей, как подставляют жестко. То есть я реально 2 недели я выпал из жизни. В уголочке будет ссылка. Очень рекомендую просмотр. Ну а на сегодня все. Пока-пока. Увидимся.